национальные бизнес-сессии, которые прошли пока что только в России. Да, на этой неделе мы ожидаем бизнес-сессии в странах СНГ, Украина, Казахстан. Так что присоединяйтесь. Как на бизнес-сессии сами, так и дистрибьюторов просим поприсутствовать на академии и на рабочем собрании. Будет интересно, масса всего интересного. И главное, признание и подарки. И подарки, да. И много новых инициатив будет озвучено, поэтому, пожалуйста, присутствуйте. А в России мы были в таких городах, как Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов. Миша, ты где? Я вам уже сказал, что Екатеринбург, естественно, сложно перекричать, потому что она за меня все говорит, делает, я только сижу и расслабляюсь. Так и знала, так всегда. Молодец. Алла у нас самая активная сотрудница, поэтому сейчас еще... Мы немножко о бизнес-сессии сейчас. Расскажем, да, что же у нас было на бизнес-сессии, правильно, как сказали мои коллеги. Проходили признания, подарки, мы запускали новые программы, инициативы, мы запустили программу «Больших недель», мы запустили новый инструмент «Кухня твоей мечты», да, вот такая вот у нас интересная кухня, уже лидеры наших регионов российских посмотрели, вот так вот это выглядит все. Покажи вот. Одну сторону, я вторую. Вот, Иван показывает мне одну сторону. Это, собственно, кухня, а это ее оснащение. Обратите внимание, что у нас есть такие наборчики здесь классные, набор успеха у нас будет, и все наборы, они соответствуют расположению наборов по листовке. Оборотная сторона соответствует стороне противоположной. Да, привлекайте новых людей в бизнес, именно на это направлен новый наш новый инструмент. А прежде чем мы начнем говорить вообще, в принципе, о больших неделях, на самом деле мы начнем говорить, наверное, в следующий понедельник, уже когда в странах СНГ пройдут у нас запуски, мы хотим с вами поговорить о текущих программах, а именно у нас сейчас идет во всю новогоднюю неделю 50-51, у нас будет активное назначение проведения пати. И у нас Алла, я знаю, готова нам рассказать, что же у нас сейчас происходит, какие активности. Алла, расскажи, сейчас у нас 50-я неделя, она заканчивается, осталось 2 дня для того, чтобы получить подарки за первую неделю программы. Давай, Алла, расскажи, что у нас происходит. Ну, давайте вспомним с вами все вместе. Сейчас у нас проходит с вами прекрасная программа под названием «Твой улетный Новый год», которая начала у нас действовать с 48-й недели и закончится на первой неделе. Обращаем ваше внимание на самые интересные предложения. Не забывайте про нашу концептуальную хозяйку для приготовления волшебного печенья, про наши распродажи с условием, которые дают вам возможность уникальной новогодней сервировки. И самое главное, яркий и красочный набор контейнеров «Каскад», который мы предлагаем вам для того, чтобы сделать прекрасный подарок своим родным и близким. Не забываем про наших снеговичков, где пошаговая инструкция приготовления, изготовления снеговичков своими руками. Ну, немножко хотела бы остановиться на том, что 10 ноября 2013 года мы стали свидетелями не очень приятных событий. На Филиппинах прошел разрушительный ураган Хаян. Тайфун унес более 10 тысяч жизней филиппинцев. Так как с вами мы компании работаем в социально ответственной компании, предлагаем вам помочь. Благотворительная помощь Филиппинам после разрушения от урагана Хаян. При покупке 5% от продаж набора контейнеров «Каскад» и, соответственно, органайзера с разделителями «Креатив» будет перечислено на восстановление повреждений после урагана Хаян филиппинцам. Давайте поможем Филиппинам вместе. Не забываем, что это уникальный подарок, набор «Креатив». Продается он пустым, без изделий, но туда входят полностью все изделия для изготовления снеговичков своими руками. Сначала, знаешь, что я подумала? Отличный контейнер. Есть любители настольных игр, да, и в этих настольных играх очень домино много... Домино-карты ты имеешь в виду? Я сейчас расскажу, что я имею в виду. Вот так. Есть много всяких различных маленьких деталей, больших, поменьше. И не всегда в этих упаковках для настольных игр есть достаточно места или вообще какие-то контейнеры для того, чтобы их складывать. Обычно все в пакетиках. Этот контейнер отлично подходит. Я, наверное, себе приобрету такой же парочку даже. И он, знаешь, он идеально еще встает в коробке. Я смотрю, размер примерно такой же, как и там. Да. И плюс ко всему 5% помощи Филиппинам. Конечно, про филиппинцев нельзя забывать, обязательно надо помогать. Можно помочь, да. Слава богу, у нас в России тайфуны и ураганы не проходят, если только эмоциональные, ну, на знаешь, зимних бизнес-сессиях. Иногда бывают ураганы, я помню случаи, когда у нас деревья валились, людей давило с машинами, и град у нас иногда в регионах проходит с, не буду говорить, курильницей. Да, такие большие, так что...
Когда-нибудь мы поможем Филиппинам, да, и они когда-нибудь помогут нам фруктами. Фруктами. Здоровьем и отдыхом. Да, будем собирать. Российский туризм. Как в радости, Филиппины. Так и в печали. Да. Ну, давайте еще тогда пару слов про наши уникальные новогодние предложения у Лёдного Нового года. Давай. Наши подарки, которые вы можете найти в четырех разделах. Допустим, не забываем про нашу уникальную форму для желе, для заливного, не только для заливного, для салатов с уникальной формой и вставкой, которая позволит вам сервировать ваш невероятный новогодний стол. Не забываем также про формочки для желе, в которых что мы сервируем? Помимо салатов, помимо желе. Много же можем там Холодец. Делать. Вот Ваня мне паштет приносил. Заливной. Очень красиво, нереально. Правда. Ваня, ты сам делал? Конечно. Ваня нас увлекается даже. И это обязательно понравится всем вашим гостям. Можно фуагру там сделать. И фуагру можно сделать. И не забываем про подарки, да, которые мы можем заработать. Уже консультанты включились в гонку за контролями. 50-51 неделя. Совершенно верно. Набор акваконтролей вы можете получить за выполнение 4 квалификационных пати. Майкл, прошу показать, как прекрасно мы можем использовать это акваконтроль. Это есть, можно. Это можно есть, это печенье. Предлагаем, приготовьте печенье своими руками. Вот такое печенье красочное, красивое, это мы с вами приготовили. И в акваконтроле можете подарить как полноценный подарок. Тем более акваконтроль можете получить пряничный домик. Давайте напомним подарки за квалификационную активность, что мы можем получить на 50-й неделе. За стартовую активность на 50-й неделе вы получаете емкость фейерверк 430 мл. Она не красная, а желтая. Можем ее показать, правильно? Правильно. Если листовочку. И на 51-й неделе... Я запуталась. Да, на 51 неделе мы тоже можем. То же самое. Да, а емкость фейерверк за стартовый заказ. За квалификационный заказ у нас уже будут вот. две баночки. Красная и оранжевая. Очень удобно приносить, уносить салатики. После Нового года очень много всего остается. Это как подарок удобно, так и для вашей же практичности и кухни. Длительное хранение, сервировка. Это для вас это просто незаменимый помощник в Новый год. Ну, соответственно, на 51-й неделе за квалификационную активность мы получаем уникальную, классную, тебе нравится, Майкл? Новогодняя эко-бутылка, литровая, красного цвета, мерцающего, с белым клапаном. Не забывайте наш клапан, который удобно пить в движении. Любимый напиток всегда будет с вами весь ваш Новый год. Правильно? Отлично, Алла, ты... Просто рассказала. Ты просто молодец. Все. Да. Еще ты все рассказала. Не все рассказала. Напоминаем, набор акваконтроля за 4 квалификационных пати с пряничными человечками. Новогодний, красивый, невероятный. Уже переходим на уровень 8 квалификационных пати. Вы можете получить набор успеха номер 1 или уникальный, классный, прекрасный просто набор Allegro, который состоит из мельнички для специй прозрачной, соусника прозрачного с красной крышкой, такого же соусника с белой крышкой, с солонкой и перечницей прозрачными. Точно так же. На что похоже, как вы думаете, вот этот вот дизайн прозрачный? На стекло. На дизайн прозрачный? Нет, не дизайн прозрачный, это же зимняя красота, зимняя сказка, как сосульки, ини, празднично, красиво. Обязательно должно стоять на каждом новогоднем столе. Что наши емкости похожи на сосуды. Нет, это как новогодняя сказка, как снежинки замороженные. Замороженные? Да. Призываем всех консультантов и менеджеров получить подарки как за 4, так и за 8 консультаций. Давайте еще напомним, да, что у нас вот этот контейнер 500 мл пряничный человечек, он участвует у нас в дефиле. Да. Дефиле 6 января. Это и все лидеры, которые у нас получат данный акваконтроль, обязаны просто в своем арсенале иметь еще 5 разных контроль объемом 500 мл с различными нанесениями. Например, да. Например, акваконтроль праздник. Какие у нас еще были коллеги? Париж. Молочный микс у нас был. Цыплята были. Цыплята, да. Вот, красочные. Приходите со своими наборами акваконтроля, участвуйте в дефиле и получайте уникальное предложение. Алан, давай скажи, какое. Это рис-собака в розовом цвете 2,2 литра. Специально для вас. Отлично. Ура! Очень красиво. Так, что ну что, давай попробуем, подскажем, не забыть про подарки на уровне 20 квалификационных, 40-30 квалификационных пати. Уникальные изделия бытовой техники, которые необходимы совершенно каждому из нас. Правильно, Ник? Утюги, пылесосы. Я вот, допустим, очень... Нет, я знаю, что ты хочешь. Ты знаешь, я хочу тебе сказать, что тебе необходимо. Необходимо? Тебе нужен утюг. Нет. Каждой женщине... У меня есть утюг, нет, на самом деле. Тебе нужен утюг.
для того, чтобы ты могла гладить рубашки своему мужчине. Прекрасно. Женщина должна гладить рубашки мужчине. А если я люблю без ограничений, как Наталья? А гладить будешь без ограничений? Нет, зачем? Вот мне что нужно, буду слушать веселую музыку. Нет, музыка потом. Рубашки все погладила, и потом делай, что хочешь. Майкл, я согласна. Все. Да. А потом после утюга... Почаще нужно общаться, стану такой примерной. Потом после утюга тебе нужен пылесос. А вдруг мне не нужен пылесос? То есть, и я хочу Майкл участвовать. Предлагает сделать из меня идеальную хозяйку с помощью таповая. И это возможно. Я уверен, что ты идеальная хозяйка. Спасибо, Майкл. Подарки на новогодние недели. Но без пылесоса такого я не справлюсь. Не справлюсь. Без мешка для сбора пыли. Да, такой пылесос тебе нужен. Ну, естественно, Ване, как нормальному мужчине, нужен телевизор. Видеокамера. Да, видеокамера нормальная. Там Миша, может быть, я хочу сертификат на борту и поехать в Прагу. Ваня, тебе некогда ездить в Прагу. Нужен телевизор. Хорошо. А в Прагу поеду я. Вот так. Не забудьте вести свой нет. В общем, прекрасная программа. ТАПВ исполняет ваши желания. Следите, пожалуйста, за нашими подарками и стремитесь их получать. Хорошо. Ура! Назначайте презентации. Мы еще не закончили с новогодними неделями. Они продолжаются, поэтому активнее в них включайтесь. Ну что ж, это была программа у нас новогодних недель. Да, еще одна радостная новость. Сегодня мы сняли аллокацию для всех дистрибьюторов на контейнеры Каскад и Премиум. Поэтому не бойтесь, да. Продавайте, предлагайте своим гостям. Я уверен, что сейчас все прыгают в восторге. Это идеальный инструмент, чтобы проводить домашний патикс как можно больше. Спасибо. Что ж, у нас прошли семинары наши, бизнес-сессии менеджеров. На них мы рассказали, как уже мы упоминали ранее, да, про новые программы, про начинания. У нас будут поездки в 2014 году. У нас будет конгресс менеджеров. И у нас есть новости, о которых я хотел бы попросить поделиться наших гостей студии. Гости студии уже практически готовы выйти к нам сюда. Гости готовы? Гости готовы. Гости нашей студии – это директор по продажам территории «Восток». Вот он уже бежит к нам, Евгений Ажмяков. Приветствую. Евгений сейчас нам расскажет про наши начинания. Да, Евгений сейчас нам все расскажет, а мы ждем второго гостя, который к нам уже бежит. Давай. Да. Добрый день, дорогие лидеры. Я хочу напомнить вам о том, что, принимая во внимание наши успехи на 48-й неделе, наш президент и председатель совета директоров компании TAPOVA Brands Corporation сделал исключение для вас, продлив квалификацию на поездку в сердце нашей компании в город Орландо с посещением штаб-квартиры и, безусловно, потрясающей программы. Итак, квалификация продолжается и продлится она до 52-й недели. Я хочу напомнить вам условия квалификации. Это 3 продвижения новых менеджеров и продажи на уровне 26 лидерских презентаций. Ну и, конечно, наши новые менеджеры должны быть активными, привести 2 личных рекрутов и добиться уровня не менее 5 квалификационных презентаций. Я с удовольствием слово передаю Евгению Мельникову, который расскажет вам еще одну квалификацию, действующую сейчас. Добрый день, дорогие уважаемые! Консультанты, менеджеры, премьер-менеджеры, наши гости уважаемые и все те, кто присоединился сейчас к эфиру. Ну, хочу еще раз поздравить с прошедшими бизнес-сессиями в России, которые у нас состоялись на прошлой неделе и которые будут продолжаться еще на этой неделе и в Украине, и в Казахстане. И хотел бы еще раз напомнить о той программе, нашей стратегической программе, которую мы запускаем каждый год, и проходит она у нас весной. И в этот раз она у нас также пройдет в замечательном городе Стамбуле, в столице Турции. Это, конечно же, конгресс, национальный конгресс менеджеров. Итак, какая же квалификация, что необходимо сделать для того, чтобы попасть на это фееричное мероприятие? Для наших менеджеров, которые работают уже давно, что необходимо сделать? Ну, во-первых, одно продвижение нового менеджера в период с 49 по 6 неделю 2014 года. Продажа. 18 лидерских презентаций необходимо сделать, но уже в период с 1 по 6 неделю 2014 года. Также новые менеджеры, которые будут продвинуты в данной квалификации, им необходимо в период с 49 по 6 неделю сделать личных продаж 750 условных единиц и пригласить в бизнес 2 личных рекрута. Это для новых менеджеров.
Итак, следующая квалификация для наших новых менеджеров, тех, кто будут выполнять квалификацию на конгресс, а также для наших президент-менеджеров. Итак, период, когда они считаются новыми менеджерами и президент-менеджерами, это 46-й неделю по 52-ю неделю 2013 года. Им необходимо в этот период пригласить в бизнес три рекрута и оформить заказы на сумму 10 лидерских презентаций, но уже в период с первой также по шестую неделю 2014 года. Квалификация на признание для получения подарков уже непосредственно на самом конгрессе менеджеров состоится в период с первой по девятую неделю 2014 года. Вот такая квалификация на конгресс, на очередную нашу феерию, праздник компании. И мы туда приглашаем всех наших лучших из лучших менеджеров и, конечно же, новых менеджеров. Продвигайтесь и становитесь участниками. Спасибо! Дорогие лидеры, до встречи на конгрессе с лидерами Казахстана и Украины. Мы увидимся совсем скоро, буквально через 2 дня на бизнес-сессиях. Мы желаем вам успеха на новогодних неделях. Выходите на самые высокие уровни, зарабатывайте деньги, получайте подарки к Новому году. Мы желаем вам успеха. Спасибо. Спасибо, ребята. У меня есть небольшое дополнение к конгрессу, который состоится. Мы объявляем конкурс. Конкурс в всемирной сети интернет. Мы готовы взять с собой на конгресс 10 лучших людей, которые причастны к бизнесу, консультантов, менеджеров. Что вы должны сделать? Вы должны разместить на сайте ВК вашу историю успеха, рассказать о том, как вы продвигались в компании Табу, как вы в ней развивались, что с вами происходило, какие интересные события происходили у вас в компании, да, рассказать, кто вас привел в бизнес, где этот человек сейчас. То есть история должна быть интересной, захватывающей, душетрепательной. Мы посмотрим эти истории и объявим 10 победителей, которые вне квалификации поедут у нас на конгресс менеджеров. Вот такой конкурс. Конкурс уже начался. Можете выкладывать ваши истории успеха, а мы будем их оценивать. Ну что ж, кстати, у нас тут появилась наша героиня дефиле. Да, ребята, видите, тоже были у нас в розовых рубашках. Поэтому, опять же таки, приходите на ассамблею 6 января, это будет последняя ассамблея перед запуском больших недель. Там вы как раз узнаете все события, которые будут у нас в январе. Узнаете про изделия, программы, рецепты, новые изделия. Дистрибьюторы вам расскажут, все покажут. Конечно же, лучшим дефилятором покажут, подарят рисоварки в розовом цвете. Ну что ж, ребят, у вас есть что добавить по новостям? Алла, Ваня. Вроде бы все, но я слышал заманчивое слово «рецепт», Михаил. Да. Заманчивое слово «рецепт», конечно же. Пахнущий. Мы готовы перейти к нашей традиционной рубрике «Рецепты» от компании «Тапуэ». И сегодня мы будем готовить, к моему большому сожалению, без нашего бренд-шеф-повара Академии «Тапуэ» Александра Алексашина. Который сейчас находится в Калуге. В Калуге. Работает на благо. Показывает лидерам мастер-класс. Мы справимся без него. Ребята, мне нужна тогда будет ваша помощь. Мы этот стол убираем. Так, сейчас мы подвинем его. И мне нужен будет вот этот стол. Давайте, так, столик мы двигаем. Что мы сегодня будем, ребята, с вами готовить? Мы будем сегодня готовить. Рибай. Да. Если вы не против, я буду распределять обязанности, да? Не против никто? Нет, не против совершенно. Ты же веришь мне, что я хорошая домохозяйка? Я верю тебе. Поэтому я полностью доверюсь тебе. Я буду распределять тогда обязанности между вами. Хорошо. Смотри, что нам мало понадобится. Так, один стейк телятина, самое главное. Мы будем готовить рибай стейк. Ты же знаешь, Алла, что любят мужчины. Мясо. Конечно же, мясо. Да. Стейк рибай это самое вообще, что может быть наилучше. Ты, кстати, любишь сама стейки? Я очень люблю стейки. Вот, Майкл, объясни, пожалуйста, рибай стейк-то, чем он так хорош? Это какая-то мягкая говядина. Это очень вкусная говядина. Очень вкусная часть. Это очень самая вкусная часть говядины. Да. Подсказывают, надо убрать, чтобы лидерам нашим было видно все. Рецепт мы не будем убирать. Рибай – это такая часть, которая сочная, мягкая и самая вкусная. Какой ты стейк, Алла, любишь? Какой прожарки вот так? Я люблю medium well, как называется, полупрожаренный. То есть ты любишь чуть-чуть кровушки, совсем чуть-чуть серединки, когда мясо остается сочное и нежное. Я предпочитаю без крови. Хорошие прожарки. Да, хорошие прожарки, поэтому смотри, нам надо будет что сделать? Разогреть сковородку. Разогреть.
Там у нас Иван. У нас там Иван. Иван у нас все делает. А, смотри, давай тогда ты смазывай стейк у нас маслом, подсолнечным маслом. Сможешь? Я смогу. Кисточка. Я смогу. Масло, пожалуйста, у нас. Это совершенно очень кисть. Важно. Кисть. Так, ты намазала. А кисть у нас новая, обратите внимание. Ваня у нас греет сковородку, и нам надо будет нарезать овощи. Для того, чтобы у нас был гарнир к стейку, я, пожалуй, это сделаю самостоятельно. Так, мы режем овощи. Кто как любит, потолще, потоньше. У нас сковородка, Вань, 20 сколько сантиметров? 24. 24 сантиметра, поэтому овощей у нас много. Стейк у нас тоже такой приличный, поэтому мы так, чуть-чуть Майкл, положим. Еще помимо того, овощи же это очень полезно. Особенно в в зимнее время. Правильно? Почему ты так считаешь? Ну, потому что нам не хватает витаминов зимой. Каких тебе витаминов вам хватает? Витамины А, Б, С, Д, Е. А в овощах все это содержится. Алфавит ты нет, знаешь, хорошо. Плюс ко всему это еще клетчатка, Майкл. Клетчатка? Да. Какая? В овощах находится клетчатка. Ну-ка, для расскажи. Здорового питания, я спортивного. Я смотрю, ты у нас разбираешься, да? Я разбираюсь, но почему-то на мне я это не использую, понимаешь, только на других. Ну, может быть, не только в питании дело, а дело еще и в физических упражнениях. В зале, конечно, всем советуем активный образ жизни и правильного питания. Мясо с овощами, Майкл, это просто идеально. Ну, вот знаешь, некоторые считают, что мясо вредно. Ты все сделала? Ну, и пусть считают, а у нас мясо не вредно. Но... В таковое нет ничего вредного. Алла, приходи ко мне с куском. Я пошла к Ивану, пока не выиграли. Так, еще мы тебя не выгоняем. Михаил, мы готовим, мы сковороду ничем не смазываем, правильно? Мы не смазываем нет, сковороду. Нет, мы смазываем сковороду. Сковорода у нас смазан, да. А потом, когда вы положите стейк, на огонь на средний уменьшите. На средний, нет, оставь его, не трогай. Пусть он прожарит. 5-6 минут мы жарим. 5-6 минут, я понимаю. Майкл, я готова помочь тебе. Так, овощи мы тоже выкладываем. В принципе, мы готовы. А чили мы не будем выкладывать там? Ну, блин, ну давай чили еще тоже. А спаржу? Как же? Мне кажется, много у нас. Спаржа – очень полезный микроэлемент для мужчин. Чем полезный, Майкл, не спрашивай. Да ладно, не скажи. Советую. Очень полезен для энергетической активности мужского организма. Мне кажется, вы будете энергию будет бить ключом. Спаржу ты ешь вообще не переставая, нет? Я очень люблю спаржу. Я к тому, что ты очень энергичная у нас девушка. Нет, это только на мужчин влияет, заметьте. А на девушек нет? Энергичные девушки просто в ТПВ у нас работают. Да? Да, тем более с такими энергичными руководителями, как Майкл, но деваться некуда, приходится соответствовать. Да. Иван, у нас есть ты предлагаешь все за ним. Еще мои коллеги забыли соль и перец с собой взять. Забыли. Я сейчас это принесу все. Так, нам надо маслица тоже чуть-чуть для овощей. Маслица сейчас можешь будет. Помазать кисточкой, да? Могу помазать кисточкой овощи. У нас еще Майкл петрушка есть. Петрушку мы будем уже сервировать. Украшать, конечно. Да. Смазываем нашей прекрасной кисточкой совершенства овощи. Сейчас мы смажем овощи и через 10 минут у нас будет готов стейк. Да, пока наши коллеги, Ваня, как это нормально? Да, а Ваня у нас скоро перевернем. Жировой сегодня, да? Ваня жировой? Жировой? От слова жар. Не надо жар. От слова жар. Жаровой. Ваня жарит. Я сегодня заместитель бренд-шефа. Заместитель бренд-шефа Иван. Да. Ну что ж, ребят, скажите, смотрите, мы пока жарим, да, нам надо наших зрителей чем-то развлечь. Вань, ты был у нас в Санкт-Петербурге, правильно? В Санкт-Петербурге Михаил был. Меня что порадовало там, то, что мы приехали из Москвы из минус 15, я очутился в плюс 4. В Петербурге я заметил снег только на окраинах, а так был дождь и туман. Но меня это радовало, потому что было достаточно тепло. Лидер настроен позитивно, готовы выходить, зарабатывать, предлагать. В принципе, мне очень понравилось, очень позитивный был настрой. А как тебе само мероприятие-то? Вот я и говорю, что отлично. Академия прошла замечательно. Лидеры вдохновились новыми темами от Алексея Маслова. Также первый раз послушали об инициативе «Больших недель». На собрании присутствовала Елена Леонидовна. Региональный вице-президент. Все правильно. Мы обсудили новую комиссию менеджеров, которая вдохновила также как дистрибьюторов, так и менеджеров. Ну и поговорил немного о... Но мы сейчас не будем забегать про комиссии менеджеров, потому что мы сейчас ее дорабатываем, она будет новая чуть позже выпущена. Так, ребят, почти готов стейк. Алла, ты была у нас в Новосибирске вместе со мной. Я была в Новосибирске вместе с Майклом. Ты хочешь рассказать нам про что? Да, очень можно положить. Ой, хочу поделиться. Твои впечатления, скажи. Мои впечатления, естественно, с нашей части, с маркетингом, могу сказать по поводу запусков подарков и запусков в гости в Костас и Гостас.
прекрасные. Был очень позитивный настрой. Публика очень аплодировала, всем все нравилось, все были энергичны. А это самое главное в нашем деле. Так не думаешь, Майк? Что? Что все были очень энергичные, помогали нам всячески. Зал. Да. Очень молодцы. Люди действительно делают то, что они любят. Что это очень думаешь, это всегда приятно. Что ты думаешь, больше всего понравилось нашим лидерам? Я думаю, конечно же, уникальные предложения на больших неделях, которые их ожидают. А мне кажется, «Кухня твоей мечты» А «Кухня твоей мечты» тоже понравилась мне, так кажется, потому что такие наборы великолепные. Еще не забудьте, что набор вы можете получить подарок. Почему и когда, и вам подскажут. А вы узнаете об этом на предстоящих бизнес-сессиях. А не узнаете. Почему не узнаете? Узнали уже? Мы же в России. Не все. Не все. В России узнали. В России, да. В СНГ узнают чуть позже, когда мы там запустим листовочку. Мы никого не оставим без внимания, расскажем да. Абсолютно всем. Да, давайте, я думаю, что нужно посолить. Подожди, пока рано, у нас Иван овощи как-то накинул на стейк. Чуть-чуть. Дай, пожалуйста, тарелочку. Может, вторую сковородку просто? Досточку, которую ты взял. Коллеги, предлагаю все-таки взять вторую сковородку. Нам поменьше. Нет, сейчас мы не будем брать, потому что у нас с вами прожарится сверху. Вот. Помидорки оставим. Помидорки мы оставим. Чуть фарша, овощи. Да. Нам не нужно. Так, стейк у нас. Заметьте, что для стейка вообще ничего, в принципе, особо и не нужно было. Просто смазали маслом и положили на сковороду. Сейчас мы чуть обжарим овощи. А какие виды мяса еще бывают говядины? Вот края рибай, еще есть стерлоин стейк или как-то. Майкл уже знает, наверное. Я к сожалению. Майкл, кстати, научительно мне все виды макарон рассказал, научил, как что называется. До сих пор. Про канилоин мне рассказал Майкл. Про мясо я его предпочитаю есть. Не вникая в то, что я ем. Да, мясо, оно и есть мясо. Да, понятно. А как насчет мраморной говядины? Ой, тоже вкусно. Ну классно тоже. На нашей сковороде 28 сантиметров от шефа это был великолепно приготовить. Да, у нас да, почти готово. Почти готово, но можно уже показать, мне кажется. Ну, ты знаешь, он пока что подходит только Аль. Да, сейчас подходит мне. Вот именно медиум, прожарки средний, с соком с этим прекрасным. И с овощами я бы сейчас не отказалась. Но так как у нас Майкл старше по званию, готовим мы хорошие прожарки для него сегодня. Да, поэтому нам надо с вами о чем-то еще поговорить, поделиться. Мы посолили. Ну, мы можем. Давайте, знаешь, я расскажу. У нас еще предстоит интересное одно событие. У нас будет выставка, которая будет называться Seasons. Будет она посетить у нас саду Эрмитаж 21-22 декабря на этих выходных, которые у нас скоро начнутся. Поэтому обязательно приходите, посмотрите. Мы там будем давать мастер-классы, будем рассказывать про изделия, про начинание компании. Конечно же, рекрутировать, приглашать людей в бизнес. Будет выступать, во-первых, наш бренд-шеф-повар Александр Алексашин, будут другие знаменитые повара. Правильно, да? Да, и хотела бы добавить, рецепты будут из наших прекрасных кулинарных очерков, кулинарно-исторических прогулки по Москве. Я уверена, каждый из вас уже обладатель этой великолепной книги с рецептами от таповое, изделиями таповое, которые будут представлены на этой ярмарке Seasons. Также вы можете увидеть выставку из наших изделий, непосредственно таповое на этой выставке, которая относится к рецептам прекрасным из книги «Прогулки по Москве», и принять участие во всех активностях, соответственно, помочь нам и повысить статус и узнаваемость нашего лучшего самого бренда. А еще вы сможете приобрести там изделия по специальным ценам. Раз, так что приходите, приходите и не пожалеете. Пожалуйста, достань тарелочку. Да, конечно. Мы готовы уже. Показать стейк, он отлично выглядит, да, аппетитнейшим образом. Помидор... Нет, а вон там в углу, пожалуйста, тарелочка. Красивый тарелочек. То есть мы парфором пользуемся. Мы пользуемся все, что нам хочется. Давай на тарелочку. Эти тарелки красивые. Они у нас будут, они у нас были в распродаже. А мы будем солить, Майк? Да, мы будем солить. Давай прямо здесь мы посолим чуть-чуть. Майк, расскажи, пожалуйста, а почему мы солим после приготовления? Я знаю, в этом есть какой-то твой секрет. Не мой секрет, но вообще, в принципе, да, соль, знаешь, она впитывает в себя жидкость. Да, и для того, чтобы у нас стейк оставался сочным, вкусным, да, и овощи оставались вкусными и сочными, мы, соответственно, не будем раньше времени солить. И вообще у каждого свои вкусы солености. То есть ты предпочитаешь, чтобы мы солили все потом? Я... Ну, наш контейнер нам позволяет дозировать соль, как нам удобно, даже в тарелке, поэтому да, почему нет?
Красота моя. Ну что, покажем нашим... Подождите, надо еще... Зрителям, как получилось наше замечательное блюдо. Также рекомендую повторить замечательный рецепт своей дистрибьюторной центры. Все. Пойдемте. Красота. Еще украсим... Зелень и петрушки. Майкл, позволь помочь. Хватит. Много зелени тоже лишнее, это просто что-то большое. Я хочу красиво положить листочек. Ну, вот положи красиво листочек. Вместо вот этого. Внести свою ленту, так сказать. Ну, тогда его надо расправить. Да, правильно, совершенно верно. В общем, как-то вот так у нас получился стейк. Я уверен, что он и очень вкусный. И как вот так безумные запахи достают. Это буйство и краски, аромат. Ого-го-го. Так, в камеру видно, все посмотрели. У нас... Я уверен, что все видно, все вот так вот у нас сочно, интересно у нас получился. Я думаю, что он medium все-таки алстейк у нас получился, поэтому все-таки его меня придется сейчас съесть. Женщина всегда целиком. Права. Целиком. Целиком не съем, Майк. Ну что ж, это были все новости от компании Tapua. Мы с вами поделились событиями, которые произошли на той неделе, рассказали вам о том, что будет на этой неделе. В следующий бодрый понедельник мы обязательно вам расскажем о том, какие у нас спецпредложения и подарки будут на больших неделях 2014 года. Поэтому оставайтесь с нами и увидимся в следующий понедельник вместе с Tapua в 14.00. Точнее, нет, точно, в 12.00 по московскому времени в следующий бодрый понедельник. Увидимся. Спасибо за съемку. Всем спасибо и до встречи. Ребят, у вас есть нас. Давай. Давай. Т. Нет. Как? И ты пока. Т.